Всем привет! С вами Прапор. И мы играем в Assassin's Creed Valhalla, второе дополнение Осада Парижа. В данном видео я хочу показать вам карту сокровища области Мелион. Вот. Нашу карту сокровищ мы находим вот здесь вот. Вот, в Брио. Вот она карта сама. Вот она. И вот, грубо говоря, мы здесь ее находим, как видите, да? И нам типа надо идти на север. Вот. И по этой карте мы приходим вот сюда вот. Где вот сейчас я нахожусь, вот здесь карта. Сюда идем на север. Вот, тут даже типа этот есть. Скриншот кто-то делал. Вот. Вот она получается, наша местность. Вот она, видите? Вот такая вот фигня тут. И вот здесь вот сбоку, где я сейчас нахожусь, там у нас наше сокровище. Ну что ж, подбираем. Так, смотрим, что мы получили. Мы получили набросок Ураба Рос. Это у нас татуировка на спине. Смотрим по картам. Ой. Да, все, карты нету больше. Еще раз показываю на карте, где это находится. Вот здесь, вот. Вот, видите, где я нахожусь. Тут у нас наше сокровище. Ну что ж, ребята, у меня получается на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем счастливо, всем пока.